В этом мини-уроке мы вам покажем маленький лайфхак, как вывернуть узкий мышиный хвостик, так как получили много вопросов именно по процессу выворачивания этой детали. Для этого мы будем использовать подручные средства, никаких специальных инструментов, просто трубочка от обыкновенной шариковой ручки. Засовываем ее внутрь хвостика, насколько позволяет его толщина, и выталкиваем ткань потом при использовании или спицы, или мы использовали все тот же стержень от этой же ручки. Перед выворачиванием хвостика постарайтесь максимально срезать припуск ткани, чтобы не создавать дополнительную толщину у этой и так очень узенькой детали. Используя клеевой пистолет, подклеим верхний и нижний край у гетров нашей мышки, чтобы они не сползали и держались на ножке уверенно. Хвостик можно закрепить все так же при использовании или горячего клея, или пары стежков ниткой с иголкой. Отогните немножко курточку, найдите оптимальное положение для хвостика и закрепите его.